Всем привет! Сегодня 26 марта, Московская область. Я посмотрела прогноз погоды. У нас, в принципе, уже установилась плюсовая температура и ночью, и днем будет доходить до плюс 13 градусов. В общем, весна-весна. А я вышла, чтобы обрезать лаванду. Обрезаю я ее два раза. Это осенью. Я обязательно убираю цветоносы и слегка подрезаю длину, буквально там на сантиметров 5. Я, между прочим, снимала видео по обрезке осенью. И обязательно еще обрезаю весной, уже конкретная обрезка. Это клумба, здесь растет 4 куста обычной английской лаванды. Высевала ее из семян, и ей уже, по-моему, года 2. Вот оставила один куст. Вот такой куст у меня вышел из зимы. В этом году я лаванду никакую не накрывала вообще, потому что зима теплая, а лаванда, она очень чувствительна к выпреванию. Если что, чуть замокла, сразу выпревает, и уже кусты не спасти. В общем, вот так она у меня ушла в зиму. И сейчас вот весной я ее так обрезаю. Весной ее нужно кардинально обрезать. Почему? Потому что летом, чтобы был красивый такой молоденький кустик, и чтобы было много цветоносов. Ну, в принципе, ничего сложного. Самое главное, чтобы был острый секатор. И подрезаю ее на очень приличную длину. Оставляю от земли примерно, ну, сантиметров, может быть, 7. Это максимум. Насколько хорошо вы ее обрежете, настолько красивый у вас летом будет куст. Не жалея, все это старые уже ветки. Мы ее красиво подрезаем примерно под одну длину. Вот и вся обрезка. Я сейчас рассмотрела лаванду, вот она уже начинает просыпаться, выпускает молоденькую поросль, и вот она как раз даст красивые кусты. Эти 4 куста полностью здесь дорастают, этих камней не видно, хотя клумба довольно-таки не маленькая. Сейчас я еще покажу, какие у меня есть сорта. Здесь в цветнике посажен сорт лаванды «Голубой простор». В прошлом году выращивала из семян. И в прошлом же году у меня только единственный вот этот куст зацвел. Здесь у меня высажено 6 кустиков. Тоже не накрывала. И она отлично перезимовала. Я ее, конечно, тоже слегка обрезала. Здесь высажен сорт Matted Strain. Это немецкая линия. Очень красивая лаванда. Высажено 3 куста. Выращивала в позапрошлом году. Вот эти 2 куста уже я обрезала. И вот остался этот очень красивый, такие насыщенные лавандовые цветоносы. Очень мне нравится этот сорт. Тоже вижу, что просыпается потихоньку. И тоже ее не накрывала в этом году. Еще один сорт лаванды. Это горная. В прошлом году привезла ее из Адлера. Высадила 3 куста. 2 вот срезала. Один оставила показать вам, как она уходила у меня в зиму. Не дождалась в прошлом году цветения, не цвела. Вот надеюсь на этот год, что зацветет, потому что очень хочу посмотреть, какой у нее цветонос. Но листва у этой лаванды очень декоративная. Она зеленая с таким бело-сизым налетом. Очень красиво. Так, сейчас дообрежу и все. И будем ждать хорошего прям тепла. Она у нас проснется и будет радовать летом. Кому интересно о лаванде, посмотрите, у меня есть много прошлогодних видео, посмотрите. И не забудьте обрезать лаванду, потому что ее вот уже сейчас нужно обрезать, потому что она просыпается. Чем раньше обрежете, тем она быстрее и лучше тронется в рост и будет красивее сам куст,
сама листва, и будет очень много цветоносов. А у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего и всем пока.